Как же избежать подобных ситуаций? Все очень просто. Все, что нужно – комплект видеопарковки. Что же это такое и как установить такую функцию на свой автомобиль? Комплект видеопарковки состоит из камеры заднего вида и монитора, на котором отображается видео с камеры заднего вида. Компания Primex предлагает удобное и эстетически привлекательное решение. Это зеркало со встроенным монитором Primex 101 и 102. Установив такое зеркало, вы избавитесь от дополнительного навесного оборудования, такого как монитор с присоской на лобовом стекле, и проводов, идущих от него к прикуривателю и подобным аксессуарам. Форма зеркала Primex 101 и 102 ничем не отличается от формы заводского зеркала заднего вида и выглядит абсолютно одинаково. При использовании такого зеркала вы не заметите никакой разницы между заводским зеркалом и зеркалом Primex. Зеркало оснащено двумя видеовходами для подключения камеры заднего и переднего вида. Один из видеовходов имеет приоритет, например, для камеры заднего вида. Это сделано для того, чтобы монитор включался автоматически после включения заднего хода. Видео транслируется на монитор 4,3 дюйма, который расположен под зеркальным полотном. Монитор автоматически включится при подаче видеосигнала и автоматически отключится при остановке видеосигнала. А запатентованная технология зеркального покрытия Primex поможет скрыть монитор в выключенном режиме. Установка такого зеркала осуществляется путем замены вашего штатного крепления и займет всего лишь пару минут. Для этого достаточно снять ваше зеркало с креплением со стекла и на оставшуюся металлическую накладку на вашем стекле одеть зеркало Primex 101 и 102, после чего необходимо выполнить подключение камеры заднего и переднего вида. Модель зеркала Primex 102 имеет антибликовое покрытие, которое поможет сделать ослепляющее отображение ярких фар позади идущего автомобиля более мягким и комфортным для глаз. А модель зеркала Primex 101 имеет функцию автоматического затемнения, и при попадании света фар на зеркало датчик света автоматически затемнит зеркальное полотно до комфортного уровня. К зеркалам Primex можно подключить любую камеру заднего и переднего вида. Для подключения используются стандартные композитные разъемы, называемые в народе тюльпаны. Primex. С нами удобно и безопасно.